Привет всем! Пришла посылка от интернет-магазина «Семь семян». Делали заказ, и буквально спустя полторы недели все семена и средства обработки, удобрения, все было нам доставлено. Заказывали, соответственно, почтой семена, то есть доставка обошлась где-то 300-350, наверное, рублей мы заплатили за доставку. У нас Новосибирская область, поэтому доставка, вот, наверное, из-за дальности, она дороже, соответственно. Очень много семян цветов в этот раз выписали. Скидка была хорошая, где-то, наверное, 30%, поэтому семена были очень выгодные. И хочу вот сделать такое общее видео, так скажем, расскажу, как будут проходить обзоры семян в этом году. Ну и в следующем, соответственно. В прошлом году выходило общее видео. Некоторые писали, что это слишком, так скажем, ну, сразу много так информации. В общем, большое по продолжительности оно. И в этом году буду выпускать отдельные ролики, соответственно, цветы обзор, обзор перцев, там обзор томатов, огурцов, лука. В общем, такие будут видео выходить. Так скажем, сохраним какую-то интригу, чтобы всегда было интересно. Поэтому цветов много, некоторые знакомые, а некоторые такие очень интересные, необычные названия. Цветут очень долго они, некоторые многолетники. В общем, обзор будет интересный. Конечно же, лук вот здесь на первом плане, эксибишн, без него никак. Вот три луковицы всего осталось. Получается, вот хранится он хорошо совершенно, ну, где-то 3-4 месяца. Луковички, они такого вот еще хорошего качества, то есть сочные внутри. Особо они не испортились вообще практически. Ну, где-то есть такие вот точечки, но они совершенно как не влияют на внутреннюю такую составляющую лука. Хороший, сочный, очень вкусный лук, поэтому отлично он хранится. 3-4 месяца, может даже и больше бы он хранился, но весь он уходит очень быстро, поэтому обязательно лук, вот целых две пачки купили, здесь по 0,2 грамма, ну хороший такой лучок. Конечно, средства обработки от земляничного клеща, от паутинного клеща, от, получается, вот этого долгоносика на землянике, это тоже сделаю отдельный обзор. И, конечно, удобрения различные такие вот. Были они по выгодной цене, буквально 6 рублей за пачку. Здесь, кстати, не все, но там еще удобрения. В общем, много. Именно приобрели, так как была хорошая скидка. Поэтому такие будут интересные обзоры в будущем. Какие-то выйдут уже в конце, соответственно, этого года. Какие-то в следующем году, потому что, соответственно, времени, к сожалению, не хватает, поэтому как смогу, так буду снимать и выкладывать. Такие вот семена. Запас срок годности у них до 25-го где-то года, до 24-го, то есть все семена отличного качества. Повторюсь, были хорошие скидки, просто отличные. И экономия составила где-то 800 или даже больше рублей, поэтому выгодно именно покупать семена в черную пятницу. Огромные, хорошие такие скидки, приятные. Ну и, конечно, подарок был. Один подарок. Вот это вот покажу сразу. Такое вот удобрение для клубники и ягодных культур. Подходит для ремонта. Вот такой был подарок в этой посылке. Ну, так цены более или менее приемлемы. Огромный вот такой вот выбор семян всех торговых марок, каких только возможно, соответственно, можно повыбирать. Из дешевых что-то можно выбрать, соответственно, и из дорогих тоже. Поэтому будет интересный обзор томатов. Там у нас будут крупноплодные, очень сладкие, вкусные томаты. Обзор перцев будет. Перцы будут и, соответственно, крупные, соответственно, и поменьше. В общем, смесь перцев, огурчики и для раннего урожая будут, соответственно, и для открытого грунта. В общем, будет все. Все покажу, все расскажу. Будет интересно. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Ждите эти видео. В общем, оставайтесь с нами. Пишите комментарии, какие вы заказы делали, где заказывали. В общем, будет это интересно. Всем пока-пока, всего доброго.
И до новых встреч!